Журнал «Высшее образование в России» за март 95 года. Вот, посмотрите оглавление, если вам что-то заинтересует, то потом почитайте подробнее. Но, мне кажется, уже многие статьи, особенно в каких-нибудь там компьютерных сетях образования, уже устарели. Вот. Тогда была популярна тема бакалавров. Сейчас все в обратном направлении движется. Вот, я учился в МФТИ с 96 по 2002 год, 6 лет. Получил два диплома. Сначала бакалавра, потом магистра. Вот. Журнальчик. Ну, сейчас отнесу его на помойку. Так, снимаю для истории. Может, кому-то пригодится какая-нибудь статья. Просто не уверен, что это есть в интернете. Потому что журнал-то старый. Если вам понравилось, то подписывайтесь, ставьте лайки. У меня на даче лежал. Сейчас вот буду расчищать тут шкаф от старых журналов. Ну, сжигать, наверное, нехорошо. Отнесу, может, кому-то потребуется помойки. Вот все равно. Вот история в техническом вузе. У нас был хороший преподаватель, наверное, он еще до сих пор жив. Семенов Юрий Иванович. Философию истории хорошо нам рассказывал. Ремонт затеяли, поэтому нужно все расчищать. Спасибо за внимание.